Здравствуйте, пришла очередная посылочка, и я ее распаковал как бы сам, не снял на видео, не смог, не было возможности. И теперь рассказываю, что не так. Вот это получается осенняя куртка, по стоимости около районе $30, пришла за 25 дней. Вот, подвох какой обнаружился. Вот на этом рукаве у нас есть заклепка. А на этом смотрим. Половина Вот, одной нету. Ну что я скажу сказать. Сходил я по магазинам, посмотрел, думал найду похожую заклепку. Не тут-то было, в магазинах ничего подобного нету. Написал продавцу с просьбой вернуть часть денег за эту куртку. Ну что, куртка мне понравилась. Здесь вот два кармана, всего внутренних нету, внутренние отсутствуют. Вот, сидит очень хорошо, такая легенькая, весенняя, весна, осень, можно носить ее. Вот. Отдавать, пересылать обратно продавцу за то, что такое не хватает. Ну, попробую найти, еще походить по магазинам. Вот. В принципе... Вариант хороший, да? Ну, то, что вот подвело. Так, по размерам скажу. Размер я М-ку взял, так как худенький, неполный. Вот, М-ка, в принципе, сидит очень хорошо. Размер, это, рост у меня 176. И вес где-то 55. Так что, друзья, берите, да? Ну, тоже смотрите, вдруг придет такая же, как бы. Нитки тут, в принципе, нигде не торчит ничего. Все прошито хорошо. Так, сейчас, что у нас за фирма? Вот, Шилин. Видимо, шили, не дошили. Вот, друзья, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Будут еще видео. До скорых встреч.